Grazie moltissimo Irina Scerbakova per la sua testimonianza e proprio su uno dei temi che sono stati toccati sul tema delle migrazioni di cui si è occupato a lungo. Chiederei al professore Alexander Baunov di intervenire. Alexander Baunov è fellow del Carnegie Eurasia Center di Berlino. E più recentemente fellow presso l'European University Institute di Firenze. Prego, professor Bono. Да. Я не знаю, насколько сразу я готов говорить об эмиграции. Давайте, поскольку Ирина говорила о 90-х и о начале того пути к той точке, где мы оказались, давайте, собственно, скажем три, может быть, важные вещи о той точке, где мы оказались. То есть не о 90-х, а сейчас. Non so quanto sono pronto adesso già a parlare di migrazione. Irina aveva parlato degli anni 90. Io vi direi adesso un paio di cose, magari anche relative al presente. Первое. Навального приговорили к 19 годам тюрьмы в августе. В апреле режиссера театрального Евгения Берковича, Женя Беркович, как мы все знаем, и драматурга Оксану Петричук арестовали за пьесу, поставленную в театре в 2020 году по обвинению в оправдании терроризма. Казалось бы, в политических репрессиях в России нет ничего нового, но здесь есть одно важное новшество. Inizierei con questo. Navalny ad agosto è stato condannato a 19 anni di prigione. Ad aprile, Genia, Evgenia Berkovic e Alexander Евгений Петричук, Евгения, да, Оксана, Оксана, Оксана Оксана. Петричук, sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo. Per aver messo Giustificazione del terrorismo, giustificazione per giustificazione del terrorismo, per aver messo in scena un'opera teatrale nel 2020. Quindi, come dire, non c'è nulla di così nuovo se pensiamo alle repressioni a come erano in passato, ma in realtà forse qualcosa c'è. però se c'è una novità, sì. E no, novosti stai in tom, sto Навальный уже находился в тюрьме к моменту своего приговора, но тот приговор, по которому он отбывал наказание, был приговором за экономические преступления. Все понимали, что это политический приговор, тем не менее формально это был экономический приговор. То же самое касается новшества, связанного с арестом Беркович, режиссера Берковича и драматурга Петричук. За несколько лет до них, по очевидно тоже политическому обвинению, кинорежиссер, театральный режиссер Кирилл Серебренников был обвинен, но обвинен в экономических преступлениях. Беркович и Петричук обвинены напрямую в преступлениях, ну, собственно, словом, за их профессиональную деятельность. Quindi la novità è che Navalny era già in prigione, se vogliamo, quando è stato condannato, quando è arrivata la sentenza, ma era in prigione per motivi, diciamo, economici. Non era una sentenza, diciamo, politica, anche se tutti sanno che si tratta di una sentenza politica, ma formalmente c'erano delle motivazioni economiche. Nel caso di Berkovic, invece, e anzi, prima di Berkovic c'era stato anche Kirill Serebrennikov, che è un altro regista che era stato accusato qualche anno fa e gli era stata lanciata un'accusa, se vogliamo, politica, ma formalmente di nuovo economica. Nel caso di Berkovic, invece, la condanna è arrivata proprio per la sua attività professionale, per le sue parole. Quindi l'attività di Berkovic è stata considerata un crimine. Sì, entrambi i casi è un cambiamento significativo, diciamo. Мы говорим о современных диктатурах, или говорили, или имели обыкновение говорить о современных диктатурах, как диктатурах smart dictatorships, да, dictatorships in disguise, да, диктатурах умных, диктатурах информационных, диктатурах манипулятивных. И политические репрессии
под видом экономических обвинений, это один из модусов, способов действия вот этой вот замаскированной, хитрой вот этой смарт-диктатуры. Мы видим, что после вторжения в Украину этот способ действия отброшен, и российская диктатура перестала быть смарт, перестала быть замаскированной и, в общем-то, перестала быть в каком-то смысле современной. Она двинулась в направлении классической, как говорят, олдскульной, винтажной, как угодно, диктатуры 20 века. Si sente spesso parlare appunto di queste dittature smart, se vogliamo, in disguise, quindi mascherate, dell'informazione manipolatori. Prima la dittatura in Russia era così, nel senso c'erano delle pressioni politiche, seguivano delle accuse politiche, questo era il modus operandi di una dittatura smart, se vogliamo. Ma con l'invasione dell'Ucraina il modus operandi è cambiato, non c'è più una dittatura smart, non c'è più una dittatura mascherata, non c'è più una dittatura contemporanea, una dittatura che si muove verso un certo tipo di dittatura, potremmo dire old school o vintage del XX secolo. Второе, наверное, касается совсем коротко памятников Сталину. Действительно, периодически какие-то доски, бюсты Сталина появлялись, но это были частные инициативы. Собственно, государственных памятников Сталину до сих пор нет, но тем не менее этим летом в городе Великие Луки поставлен большой в полный рост памятник Сталину с участием местных властей. Un altro cambiamento significativo. E un altro elemento appunto relativo a questo cambiamento riguarda i monumenti di Stalin, perché tutti questi monumenti sono nati negli ultimi anni, sono stati eretti tanti busti, tanti monumenti, ma si è trattato sempre di iniziativa privata, quindi non pubblica, non statale. Quando poi però, ad esempio, nella città di Великие Луки, регионе Пскова, nell'area di Pskov, nord-west di Russia. È stato eretto un monumento a Stalin ed è stato eretto con la collaborazione delle autorità locali. Третье отношение к репрессиям, которое вот все эти годы, может быть даже полтора десятилетия российского режима отношения к сталинским, вообще к советским репрессиям, было довольно амбивалентным. Ну, по двум причинам, одна из которых в начале пути основным политическим соперником, противником, угрозой для Владимира Путина была коммунистическая партия Российской Федерации, которая была откровенно ностальгической, сталинистской, реваншистской, так сказать, а он вот представлял такой капитализм молодой российский. И поэтому полностью солидаризоваться с сталинскими репрессиями, ну, терять поддержку бизнеса, терять поддержку интеллектуалов, они не торопились. И даже мы знаем, что был построен памятник в Москве, не так уж давно, в 2014 году его начали, в 2017 закончили в центре Москвы, хотя не в том месте, где хотели, собственно, строить его общественное движение, но тем не менее он существует. Это вот период, когда российское государство все-таки старалось дистанцироваться от сталинских репрессий. И terzo elemento del quale vorrei parlare è questo rapporto con le repressioni del passato, perché la figura di Stalin è sempre stata, se vogliamo, una figura un po' ambivalente in tutti questi anni, da gestire in un qualche modo. Per Putin, quando ha iniziato ad entrare nella struttura statale, nel governo, diciamo che era una figura scomoda, perché rappresentava perché il partito, scusate, mi riformulo, il Partito Comunista per Putin era un qualcosa che ricordava lo stalinismo, era un qualcosa che andava in contraddizione con quello che in realtà lui voleva fare, era un giovane russo. Questo è stato il suo nemico politico nell'inizio del percorso politico del Putin stesso, sì. Venti anni fa, perché Putin diciamo che rappresentava all'epoca un giovane che voleva incarnare in qualche modo diciamo il capitalismo, se vogliamo. Sì.
E quindi era difficile un po' gestire il passato con Stalin perché poteva perdere il sostegno, ad esempio, degli intellettuali. A Mosca è stato installato nel 2014 un monumento alle vittime del terrore sovietico nel centro di Mosca, non dove effettivamente volevano che fosse posto questo monumento, ma diciamo che dal 2014 possiamo individuare un periodo in cui si è cercato un po' di fare una distanza, di creare distanza tra il presente e le repressioni staliniane. Вот что было характерно для того времени, это государство вроде бы, российский режим вроде бы чтил память политических репрессий, но боролся за монополию об этой памяти. Они не хотели отдавать, то есть вообще тенденция монополизировать все, в частности историческую историю, исторический нарратив, это последние годы существования, последние годы, нынешние, предшествующие войне, это было очень заметно, и в частности это было заметно по отношению к жертвам репрессий. Мы помним, что был террор, но мы не хотим, чтобы об этом говорили другие. Мы сами, мы, власть, сами знаем лучше, как об этом говорить с людьми. In questo periodo, appunto, è avvenuta, come diceva, una monopolizzazione della memoria. Perché lo Stato non voleva affidare ad altri il compito di occuparsi della memoria. E questo è sempre stato più evidente negli ultimi anni che hanno preceduto l'inizio dell'invasione, della guerra in Ucraina, perché le autorità dicevano sì, c'è stato il terrore, ma noi non vogliamo che altri se ne occupino, non vogliamo che altri parlino di memoria, perché noi sappiamo meglio di altri come parlarne. Ну и после вторжения даже это дистанцирование от большого террора начало исчезать, потому что после вторжения в Украину российский режим принял некоторое количество действительно в полном смысле репрессивных законов. Появилось несколько приговоров с так называемыми сталинскими сроками, то есть политических приговоров с со сроком 15, 20, даже более 20 лет. Появились приговоры со сроками 7, 8, 9, 10 лет за слова или за картинки. И в этой ситуации дистанцироваться от большого террора, вообще от методов и сталинского, и ленинского, советского руководства стало неудобно. И, честно говоря, для меня вот это вот закрытие мемориала осенью 21 года было как раз одним из знаков того, что готовится что-то что-то другое, да, что режим собирается не просто жить, как он жил до этого, а что они идут в какую-то новую фазу. В том числе тогда обсуждалась и возможность войны, и само по себе закрытие мемориала осенью 21 года было одним из признаков того, что война возможна. E quindi dopo l'invasione, dall'inizio della guerra, questo distanziamento ha iniziato pian piano ad affievolirsi. Innanzitutto ci sono state tutta una serie di leggi che sono state approvate, sono state date delle sentenze molto pesanti a diversi personaggi della vita pubblica della Russia, non solo. Qui parliamo di 15, di 20 anni, parliamo di pene, se vogliamo, staliniane in questo caso. Sono stati dati 7, 8, 9 anni a persone solo per aver scritto, detto o pubblicato delle immagini contro la guerra. E quindi il regime ha iniziato a capire che questo distanziamento dalle repressioni, dal passato staliniano, non era proprio comodo. Per quanto mi riguarda, io vedo la liquidazione, la chiusura di Memorial come un segnale di un qualcosa che si stava preparando, di un qualcosa di diverso. Avevo capito che ci sarebbe stato un qualcosa di nuovo, una nuova fase. Il fatto che appunto la situazione stava cambiando, il fatto che la situazione poteva davvero portare a una guerra. All'epoca si sentiva già questa possibilità. Ну и, собственно,
Что касается иммиграции, теперь после этих трех тезисов, можно было давать еще пару, ясно, что те люди, которые уезжали в России до, скажем так, 22 года, были действительно людьми, которые там, отчасти уезжали от вот этой самой современной, манипулятивной, довольно жестокой, но все-таки, так сказать, диктатуры 21 века. Да, теперь мы имеем дело с классической иммиграцией от классической диктатуры, с классическими репрессивными практиками, от которых политический режим в России даже не пытается дистанцироваться. Ну и, соответственно, мне кажется, что и мировому сообществу, западным правительствам надо понять, что речь идет о действительно людях, которые уезжают от классической репрессивной диктатуры, которых Европа пережила достаточное количество в 20 веке, и соответствующим образом перестроить свою оптику. Да? Все-таки это важно понимать, кто едет, почему едет и от чего, собственно, люди уезжают. Это не то же самое, что было до 22 года. Это люди гораздо более, ну так сказать, рискующие, беспомощные внутри страны, рискующие гораздо больше внутри страны, и, соответственно, наверное, нужно подумать. Но и при этом это те люди, которые все-таки, возможно, являются каким-то последним шансом на то, чтобы повлиять на ситуацию внутри страны. И, к сожалению, или не знаю, ну, как мы понимаем, Россия не может быть побеждена на поле боя. Российский режим, каким бы он ни был, скорее всего, не может быть стратегически побежден на поле боя. Поэтому работа с эмиграцией, внимание к эмиграции, внимание к политическим, общественным активистам внутри страны, это, возможно, наиболее эффективный путь к более безопасной Европе и к более свободной и безопасной для своих соседей России. Но это очень большая тема, поэтому да, к ней уже. О ней в другой раз. Ok, adesso dopo questi tre elementi di cui vi ho parlato, dedicherei qualche parola anche al fenomeno dell'immigrazione. Prima dell'inizio dell'invasione, dalla Russia le persone fuggivano da quella che, dicevo prima, era una dittatura moderna, una dittatura smart. Adesso le persone, dall'inizio del conflitto, fuggono da una dittatura classica. È una classica migrazione da una classica dittatura caratterizzata da repressioni classiche e non c'è più questo distanziamento col passato. Come Europa ha conosciuto nel corso del secolo passato. Esatto, come è successo appunto all'Europa nel secolo scorso, le persone che fuggivano dalle varie dittature che c'erano in Europa nel XX secolo. E adesso quindi è molto importante cercare di capire, cercare di seguire tutto questo fenomeno, perché ci sono delle persone che forse possono ancora continuare a influenzare la situazione in Russia dall'interno. La Russia sul terreno non può essere sicuramente sconfitta. Conflitto strategico, strategicamente, diciamo, dal punto di vista militare. Locale sì. Mm-hmm. Ma allo stesso tempo dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'emigrazione, sugli attivisti che si trovano ancora nel paese e che possono fare la differenza e che possono sicuramente che possono in futuro creare una strada per un altro tipo di Russia. Questo è quanto.